Медицинская помощь еще ближе. Подмосковные поликлиники получили 22 машины неотложной помощи. Три из них пополнили автопарк в Видновской детской поликлинике. Три новеньких белых автомобиля уже стоят у дверей медицинского учреждения. Сейчас заканчивается процедура юридического оформления транспортных средств, и скоро их можно будет увидеть на дорогах Ленинского округа. Машины будут использоваться как для обслуживания вызовов на дом, так и по другим нуждам нашей больницы. Соответственно, для перевозки анализов различного биоматериала и других транспортных целей. Теперь парк Видновской детской поликлиники насчитывает уже 16 автомобилей, значит, обслуживание вызовов станет еще оперативнее. Сейчас вызовы на дому очень востребованы. Начался подъем сезонной заболеваемости. Очень много вызовов к деткам, также ко взрослым людям. Наше отделение рассчитано примерно мощностью на 650-750 вызовов в рабочую смену. Мы стараемся оказать медицинскую помощь всем людям, которые вызывают врача на дом в текущий день.